Суслики – дикие экзотические животные. Они привыкли рыть норки в полях и степях, поэтому грызуны совершенно не приспособлены к жизни в квартире. При покупке питомца владельцы часто задаются вопросом, как выгуливать такое домашнее животное. Суслики достаточно ласковые животные и легко привязываются к людям. При желании их можно обучить гулянием на поводке, а также различным играм. При прогулках с сусликом на улице следует побеспокоиться о здоровье питомца. Грызуны – теплолюбивые животные, поэтому могут простыть и заболеть. При этом содержать животное лучше всего в частном доме. Рекомендуется установить небольшой вольер во дворе дома. Чтобы суслику было комфортно, вольер должен быть не меньше метра в длину. На дно уложите плотный слой сена или опилок. Внутри вольера расположите домики, точильные камни, кормушки с водой и миски с едой. Также повесьте мячик для игры или установите колесо для бега. В качестве игры у них может быть лоток с песком или с землей. Большой лоток, глубокий такой, чтобы суслик мог там спокойненько вырыть себе норку. Суслики, как и хорьки, любят активные игры с тряпичными игрушками и мячиками. Если завести питомца с новорожденного возраста, то он привыкнет к человеку и будет играть с ним. Также для дополнительного комфорта грызуна установите искусственные тоннели или просто насыпьте песка, и суслик сам их построит. Так ваш четвероногий друг сможет почувствовать себя в естественной среде обитания.